Красного ринга готовится продолжить полуфинальный поединок мастер спорта России Иван Щепук, Россия. Боксер 2004 года рождения, из поселка Уразово Белгородской области. Боксом занимается 10 лет. Он финалист всероссийского соревнования Кубок Никифорова Денисова в 2021 году. Серебряный медалист первенства России в Суздале в 2022 году. Провел на ринге 126 боев. В 116 добился победы. Тренируется под руководством Норика Вартапетяна. Second out. Round 2. Мастер спорта Рахматулло Байматов, Республика Узбекистан. Боксер 2004 года рождения, из города Наманган. Боксом занимается 7 лет. Провел на ринге 64 боя, одержал 60 побед. Он победитель первенства и Кубка Узбекистана. Победитель первенства Азии 2022 года. Тренируется под руководством тренера Расокова и заслуженного тренера Узбекистана Мухамедова. Second out. Round
Round 3. Decision is the boxer from the red corner, Ivan Shipuk, Russia. Раздельным решением судей победу по очкам одержал боксер из красного угла, Иван Шипук, Россия. Третий Бабенко, все Россия. Четвертый Абдулоев, Таджикистан. Пятый Урдушев, Узбекистан. Двадцатый поединок, второй полуфинал весовой категории до 80 килограммов. Рефери боя, судья международной категории Руслан Салтыков, город Иваново, Россия. Bout number 20. Weight category 80 kilograms. In the red corner, representing Russia, Асмагомед Джаватханов. Красного гуринга, представитель России, Асмагомед Джаватханов. In the blue corner, boxer from Armenia, Гамлет Адамян. Синему углу ринга, боксер из Армении, Гамлет Адамян.
Salom alaykum aziz do'stlar. Videoni davom ettirishdan oldin videomiz homiysi MOSFET'ni tavsiya qilmoqchiman. Bu yerda siz o'zingiz ishongan sportchingiz yoki jamoangizni qo'llab-quvvatlash orqali o'z mablag'laringizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Pastdagi oma silkasi orqali yangitdan ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga box promokodini kiriting va birinchi depozitingiz uchun 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga omad do'stlar. Seconds out. Round 2.
From the red corner, Asmagomed Javadkhanov, Russia. He
Единогласным решением судей победу по очкам в этом бою одержал боксер из красного угла Асмагомед Джаватханов, Россия. Первый бой судят рефери Каирбеков. Боковые судьи. Первый стол Бояркин, Алдова. Второй Бабенко, Россия. Третий Акопян, Россия. Четвертый Попекян, Армения. Пятый Аршакян, Россия. Двадцать первый бой. Первый полуфинал весовой категории 86 килограммов. Рефери поединка, судья международной категории Саид Хусейн Гаирбеков, город Грозный, Россия. Bout number 21, weight category 86 kilograms. In the red corner, boxer from Uzbekistan, Абдул-Азиз Абдурахманов. В красном углу ринга боксер из Узбекистана, Абдул-Азиз Абдурахманов. In the blue corner, representing Russia, Рамиль Кишиев. В синем углу ринга представитель России Рамиль Кишиев. Победитель первенства
Узбекистана и первенства Азии 2022 года. За 7 лет занятий боксом провел на ринге 98 боев, одержал 94 победы. Тренируется под руководством мастера спорта Разакова и заслуженного тренера Узбекистана Алима Мухамедова. Seconds out. Round two. Синего ринга готовится к заключительному раунду полуфинального боя. Кандидат в мастера спорта Рамиль Кишиев, Россия. Боксер 2004 года рождения. Из города Орск, представляет Оренбургскую область. Он бронзовый призер первенства России в Суздале в 22 году. Провел на ринге 86 боев, одержал 73 победы. Тренируется под руководством Андрея Арнаутова. Second out. Хорошо, еще.
The winner of this bout by unanimous decision is the boxer from the red corner, Belaziz Abdurahmanov, Uzbekistan. Единогласное решение судей победу по очкам в этом бою одержал боксер из красного угла, Абдулазиз Абдурахманов, Узбекистан. Второй бой судят рефери Билалов, боковые судьи. Первый стол Романенко, второй Абдурахманов, третий Салтыков, четвертый Шестопалова, пятый Азиев, все Россия. 22-й поединок, второй полуфинал весовой категории 86 килограммов. Красному углу ринга Кирилл Беленков, город Москва, Россия. Синему углу ринга Алексей Щербина, Ростовская область, Россия. Рефери поединка судья международной категории Эльдар Билалов, город Махачкала, Россия. Thank you.
Красномоглорюга. К продолжению поединка готовится кандидат в мастера спорта Кирилл Беленков, Россия. Боксер 2005 года рождения, из Москвы. Боксом занимается 8 лет. Провел на ринге 91 бой, одержал 76 побед. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Алексея Галеева. Seconds out. Round two. Синемоглоринга. К заключительному раунду готовится кандидат в мастера спорта Алексей Щербина, Россия. Боксер 2004 года рождения, из города Сальск Ростовской области. Боксом занимается 6 лет. Он победитель первенства Южного федерального округа, бронзовый призер первенства России 2022 года в Суздале. Провел на ринге 68 боев, одержал 61 победу.
тренируется под руководством Казима Халилова и Александра Филозопенко. Second out. Round three. Единогласным решением судей победу по очкам в этом бою и право участвовать в финале завоевал боксер из красного угла Кирилл Беленков, город Москва, Россия. Двадцать третий бой судят рефери Мухараев. Боковые судьи. Первый стол Бабикян, Армения. Второй Бояркин, Молдова. Третий Аршакян. Четвертый Акопян. Пятый Бабенко, Всероссия. Внимание, в 25-й паре ввиду болезни Георгия Кокоева, Россия, победу одержал Николай Бурдюжа, Молдова.
23-й поединок, первый полуфинал весовой категории 92 килограмма. Рефери боя, судья международной категории Бембя Мухараев, город Элиста, Россия. Bout number 23, weight category 92 kilograms. In the red corner, representing Kyrgyzstan, Арген Бактыбеков. Красном углу ринга представитель Кыргызстана Арген Бактыбеков. In the blue corner, boxer from Russia, Ахмед Расуев. Синем углу ринга Ахмед Расуев, Россия. Красном углу ринга готовится к продолжению полуфинального боя кандидат мастера спорта Арген Бактыбеков, Кыргызстан. Боксер 2004 года рождения. Счет боя на ринге не ведет. Является победителем национального первенства. Round two.
синем углу ринга готовится к третьему раунду поединка мастер спорта России Ахмед Расуев. Боксер 2005 года рождения, из города Грозный, представляет Чеченскую республику. Боксом занимается 5 лет. Он победитель первенства Европы в Грузии в 2021 году. Провел на ринге 57 боев, одержал 55 побед. Тренируется под руководством Чингисхана Ибрагимова. Seconds out. Round three. Unanimous decision is the boxer from the blue corner, Ahmed Rasuev, Russia. Единогласным решением судей победу одержал боксер из синего угла Ахмед Расуев, Россия. Thank you.
24-й поединок, второй полуфинал. Весовой категории 92 килограмма. Рефери поединка, судья международной категории Саид Хусейн Гайрбеков, город Грозный, Россия. Красному Гуринга Айназар Кенесбаев, Узбекистан. In a red corner, boxer from Uzbekistan, Айназар Кенесбаев. Синему Гуринга Албания Юсупов, Россия. In the blue corner, representing Russia, Албания Юсупов. Боковые судьи. Первый стол Хуцкий, Беларусь. Второй Абдулоев, Таджикистан. Третий Абдурахманов. Четвертый Азиев. Пятый Белалов. Все Россия. Готовится к продолжению поединка мастер спорта Айназар Кенесбаев, Узбекистан. Боксер 2005 года рождения из Нукуса. Победитель первенства Узбекистана и первенства Азии 22 года. Боксом занимается 9 лет, провел на ринге 91 бой, одержал 82 победы. Тренируется под руководством тренера Джуманова и заслуженного тренера Узбекистана Абиба Мухамедова. Round 2.
синем углу ринга готовится к третьему раунду полуфинального боя кандидат в мастера спорта Алвани Юсупов, Россия. Боксер 2005 года рождения, из Волгограда. Боксом занимается 7 лет, провел на ринге 51 бой, одержал 44 победы. Он бронзовый призер первенства России среди юниоров в 22 году. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Семена Щеняева. Seconds out. Round three. В 25-й паре ввиду болезни Георгия Кокоева, Россия, победу одержал Николай Бурдюжа, Молдова. К рингу приглашается заключительная 26-я пара боксеров полуфинальной программы Денис Мацулев, Беларусь, Алим Салтан Алакаев, Россия. The winner of this bout by unanimous decision is the boxer from the blue corner, Alvani Yusupov, Russia. Единогласным решением судей победу по очкам в этом бою и право участвовать в финале завоевал боксер из синего угла Алвани Юсупов. Волгоградская область, Россия.
Заключительный 26-й поединок судят рефери Абдурахманов. Боковые судьи. Первый Столпопенко, второй Акопян, оба Россия. Третий Попекян, Армения. Четвертый Бояркин, Молдова. Пятый Цамыхов, Россия. Заключительный 26-й поединок сегодняшней программы. Второй полуфинал с собой категории свыше 92 килограммов. Рефери боя, судья международной категории Сулейман Абдурахманов, город Евпатория, Россия. Красного угла ринга Денис Мацулев, Республика Беларусь. Синего угла ринга Алим Салтан Алакаев, Россия. Second sound. Round two.
Jesus!
Салтан Алакаев, Республика Дагестан, Россия. Вниманию,